Ребят, смотрите, два способа переворачивать винт. Ну, если вот он у вас упал вот так, да, то можно перевернуть вот таким образом. Руку кладете, толкаете передней рукой сюда и вот так заламываете. Это первый способ. Теперь покажу способ номер два. Вот вы отпускаете. Он у вас там как-то падает. Вот так, да. И можно перевернуть по баллону. Вот вы перевираете по баллону, то приподнимаете, и ветер его переворачивает. Вот два таких вот простых способов. Пользуйтесь, пожалуйста. А я поеду к одному, с вашего позволения.